Всем привет! Сегодня я вам хотела показать, как сделать вот такую замечательную таксичку. Минимум затрата времени, минимум затрата материалов. Получается вот такая замечательная на подарочек таксочка. Размерами она, вот моя ладошка, где-то 16-17 сантиметров в длину. В качестве глазок я использовала небольшие черные бусинки. Вот такие. И небольшую бусинку я использовала для ошейничка. В общем, у меня как бы, ну, такое украшение ошейничка, так скажем. Я увидела эту таксочку на просторах интернета. Вяжется она очень легко, быстро. И, как видите, получается довольно-таки очень миленькой. Для вязания вам понадобится пряжа. Возьмите 10 цветов. 7 из которых будет цвета радуги. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Я, честно говоря, брала по цветам радуги, которые у меня есть. То есть у меня, например, нет зеленого, поэтому я его заменила сереньким. В общем, розовый я вместо желтого. Как бы возьмите цвета, которые есть. Если есть по цветам радуги, вам плюс, то есть берите по цветам радуги. Я использовала остаточки ниточек, наиболее подобные по толщине. Также вам понадобится черный цвет для носика. И понадобится основной цвет. У меня будет это серый цвет. Вы можете взять коричневый, желтый, любой цвет, которым будет у вас собачка. То есть голова, ушки, хвостик. И также вам понадобится еще один дополнительный цвет со всех цветов радуги. Салатовый. То есть чтобы у вас было не 7 цветов, а 8. И плюс основной цвет, плюс черный для носика. Также вам понадобится крючок под вашу пряжу. У меня, например, это или полтора, или два. В общем, я им пользуюсь в каждом видео. Он у меня один-единственный такой клевенький, в общем, удобный. Также понадобятся ножнички для обрезания ниточек. И в качестве наполнителя я, как всегда, пока использую пряжу. Пока я, к сожалению, не купила никакого наполнителя. Если у вас есть синтепух или синтепон, в общем, используйте с удовольствием. Потому что... В принципе, вата, если наполнять ватой, игрушки плотненькие. Если вы набиваете синтепухом или, в общем, любым наполнителем специальным, более игрушка такая нежная, мягенькая, приятная на ощупь. В общем, нам еще понадобится ваше хорошее настроение. Мы начинаем. Начинать вязание мы будем с основной детали, это тело. Делаем кольцо амигуруми, закрепляем его и в него набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Придерживая петелечку, закрепляем, стягиваем наше колечко. Теперь в этом ряду во втором мы будем делать прибавки. Каждый столбик, каждую петелечку мы будем провязывать 2 столбика без накида. И я буду сразу считать, у нас должно получиться 12 столбиков. В первую 2, во вторую 2, в третью 2, это уже 6 получается, в четвертую 7, 8, в пятую 9, 10 и последняя прибавочка в шестую 11 и 12. Делали во втором ряду 6 прибавок. В третьем ряду будем снова делать 6 прибавок, поэтому чередуем столбик без накида, следующую прибавка, столбик без накида, прибавка. Итак, у меня 3, теперь 4, прибавка, 5, 6, столбик 7, прибавка 8, 9, столбик 10, прибавка 11, 12, столбик 13, далее прибавка 14, 15, далее столбик 16 и последняя прибавка 17 и 18. Теперь мы провязали 18 столбиков без накида и продолжать мы будем с 4 по 6, то есть 3 ряда, 18 столбиков без накида провязывать. Без убавлений и прибавлений. То есть сейчас без изменения по 18 столбиков провязываем 3 ряда.
Для этого я вам предлагаю вот эту среднюю ниточку, которой мы затягивали кольцо, поставить как отметочку начала ряда и продолжать. То есть, чтобы вы видели, где у вас начинается и заканчивается ряд. Я обычно ставлю вот так вот ниточку. Многие ставят маркеры, но, честно говоря, мне, в принципе, с маркером даже неудобно вязать. Для тех, кому я вяжу очень быстро, кажется, есть настройки в YouTube ускорение и замедление. То есть выставляете себе, для кого я очень быстро вяжу. Ну, честно говоря, я новичок в этом деле, недавно вяжу, поэтому я думаю, что в принципе вам будет несложно и успеваете за мной. Итак, я провязала 4 столбика, 5 столбик. Итак, 18 столбиков, вяжите 3 ряда. Вот, я провязала 3 ряда, кроме последней петелечки. Последнюю петелечку я делаю вот так вот, полустолбик. И беру сиреневый цвет, с которого я буду начинать, фиолетовый. Я буду начинать с конца нашей радуги, в общем. И теперь присоединяю вот так вот последнюю нитку, довязываю столбик. Присоединяю сиреневый цвет и довязываю столбик. Теперь продолжаю уже, получается, ввязывать кончики ниточек и продолжаю ряд уже сиреневым цветом, как вы видите. Просто ввязываю, чтобы не вязать никаких узелков разных, я просто ввязываю сразу вот эти наши кончики между вязанием. Теперь я беру ножнички и обрезаю нашу ниточку основного цвета, который вязали, и краешек сиреневого. И продолжаю вязать сиреневым цветом. Сиреневым цветом я продолжаю вязать 3 ряда. То есть сейчас у нас получается, мы провязали 3 ряда с серым цветом, ну или основным каким у вас цветом. Сейчас я буду провязывать 3 ряда с сиреневым цветом, а затем поменяю снова ниточку. Итак, вот я довязываю 9 ряд, кроме последней петелечки. Последний я делаю полустолбик и ввязываю уже синий цвет. Либо какой вы там уже хотите. Я буду делать подобные радуги, но, честно говоря, у меня нет желтого, поэтому у меня все цвета радуги не получится. Итак, вот столбик я довязываю уже синим цветом. И следующий столбик я продолжаю провязывать синим цветом, уже ввязывая остаточки ниточек. Синим цветом я буду вязать также 3 ряда. То есть сейчас синий цвет у нас получается 10 ряд. Теперь вам нужно, смотрите, мы провязали сиреневый, ну, фиолетовый, как бы, если по цветам радуги, то, в принципе, он фиолетовый. У меня он такой сиреневатый. В общем, смотрите, мы, получается, начали провязывать второй цвет радуги. Вам нужно провязать все 7 и плюс салатовый. Вот эта ниточка, которую мы отмечали в начале ряда, если она вам не нужна, можете ее обрезать. В принципе, мне она уже не нужна, чтобы она вам не мозолила глаза. Просто знайте, что вот здесь, где перемена цвета, там вы будете менять все цвета. Ну, то есть, допустим, вот фиолетовый, затем идет синий, голубой и так далее. По всем цветам радуги пройдетесь по 3 ряда. То есть, когда довяжете красный цвет, у вас должно быть уже по счету 30 ряд. То есть сейчас синий — это 10 ряд. И вы продолжаете синий, голубой вязать, затем... Если вы не знаете, как расположенность цвета радуги, то я вам хочу рассказать такую вот присказку, или как она считается, мне когда-то папа рассказал. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. То есть каждый красный охотник оранжевый желает желтый знать зеленый, где голубой сидит синий фазан, фиолетовый. То есть смотрите, если вы такую вот присказку запомните, в принципе, она вам в жизни, честно говоря, меня она выручает. То есть я цвета радуги как бы запомнить так вот не могу наглядно, а по присказке этой, то в принципе мне очень легко было запомнить. Только сейчас я буду вязать задом, как бы задом наперед. То есть начинаю я с последнего фиолетового, затем синий, затем голубой и так далее. То есть вы сейчас провяжете по очередности все цвета радуги, закончите красным, то есть 30 рядом, и на 31 ряду
я с вами снова встречусь. И обязательно не забывайте по ходу вязания наполнять вашу трубочку тельце вашим наполнителем. Провязав все цвета до красного, вы продолжаете 31, 32, 33, то есть снова 3 ряда основным цветом. Как вот здесь у нас было перед фиолетовым 3 рядочка основным цветом, так и здесь вяжете 3 ряда основным цветом. Снова провязали 3 ряда основным цветом и теперь начинаем убавлять. Убавлять мы будем следующим образом. Столбик без накида чередовать, убавка. Убавку я делаю, смотрите, беру за передние стеночки 2 петелечки, полустолбик и провязываем столбик. Снова столбик без накида, за передние стеночки 2 полустолбика и вывязываю столбик. Снова столбик без накида, полустолбик. Нам нужно сделать в этом ряду 6 убавлений. Снова вот столбик провязываем, полустолбик. Убавление. И так далее. Столбик, полустолбик за передние стеночки. Почему за передние стеночки? Потому что более такое красивое невзрачное убавление идет. Я его обычно использую для провязывания таких тайных убавлений. И вот, провязали убавление наше. И теперь мы провязываем 6 убавлений в следующем ряду. То есть у нас сразу идут убавления. 1, убавление 2, убавление 3, убавление 4. Убавление 5. Я не делаю пока 6 убавление, вытягиваю нашу петелечку и хочу донаполнять наше туловище. В общем, донаполняйте через отверстие последнее наше, потому что мы будем закрывать до конца. После того, как мы наполнили, делаем 6 убавление. И я вам предлагаю не только 6 убавление сделать, а еще буквально вот, чтобы до конца нам дозакрывать вот это вот отверстие из 6 столбиков. В общем, еще буквально 3 убавочки сделать. Или 2, чтобы не было как бы такое, как бы выпуклое. В общем, не было выпуклое положение, я вам предлагаю обрезать ниточку, вставить в иголочку и вот это отверстие просто дозакрывать вовнутрь иголочкой. То есть, чтобы у вас здесь не слишком было выпукло, как бы, ну, то есть, если вы сейчас будете просто закрывать петельки, то у вас здесь будет такая дымочка, в общем. Вам нужно, чтобы у вас было такое же, как вот здесь, в общем, кругленькое, ровненькое. Здесь как бы выравниваете, если у вас ниточки были немножечко разноплановые, то есть у меня вот они были не все как бы одной фирмы, а как бы я так подобрала, чтобы они были подобные. В общем, в принципе, у меня ровненькая. На камере я вижу, что немножечко так искажение есть, но это из-за цветовой гаммы, ну как бы, то есть из-за цветов, в общем, такие скачки световые, в принципе, у меня вживую как бы все довольно-таки ровненько, очень красивенько. В общем, вот такая палочка получилась. Итак, заканчиваем вот здесь вот иголочкой красивенько все. Доделываем и приступаем к голове. После того, как вы закончили обрабатывать вот этот краешек, мы приступаем к носику. Берем черную ниточку, делаем кольцо амигуруми, закрепляем его и в колечко набираем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Стягиваем наше колечко. И теперь в каждый столбик, в каждую петелечку делаем прибавочку. По 2 столбика без накида. Я буду сразу считать.
один столбик, второй, следующую петлю, третий, четвертый, следующую, пятый, шестой, следующую, седьмой, восьмой, следующую, девятый, десятый, последняя прибавочка. Теперь считаем 10 столбиков без накида, делаем без изменения, провязываем 1, 2, то есть в каждую петелечку, в каждый столбик делаем столбик, 2, 3, далее 4, далее 5, 6, 7, 8, 9 и 10. На 10 делаем полустолбик и присоединяем наш основной цвет. Вот, делаем полустолбик и присоединяем. Теперь вот эти два краешка ниточек мы будем постепенно сейчас завязывать. Это у нас был третий ряд. Далее четвертый и пятый. Мы вяжем по 10 столбиков без накида в каждом ряду. То есть считаете 20 столбиков. Это и будет четвертый и пятый ряд. Провязав два ряда основным цветом, теперь мы будем делать прибавление мордочки. 4 столбика без накида. Прибавка. 4 столбика без накида, прибавка. То есть 1, 2, 3, 4. Прибавку делаем. 1. Один, два. Теперь дальше. 4 столбика без накида и прибавка. 1. 2, 3, 4, прибавочка, 1, 2. Теперь следующий ряд, 5 столбиков без накида провязываем, каждый столбик по столбику, и прибавочка, 1, 2, 3, 4, 5, далее прибавочка в следующем, 1, 2. У меня ниточка слегка раздваивается, поэтому я немножечко приторможенно буду вязать сейчас. Теперь снова 1, 2, 3. 4, 5, теперь прибавочка, 1, 1 и вторая сюда же столбик, второй. Теперь снова 6 столбиков без накида провязываем, прибавочка. То есть в каждом ряду мы добавляем по 2 петелечки. Так вот. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Далее прибавочка. Таким образом, смотрите, вам нужно прибавлять. Сначала мы провязали 4 столбика без накида, затем далее 5 столбиков без накида в следующем ряду, затем 6 столбиков без накида, прибавочка, 7 столбиков. Таким образом, нам нужно прибавить до 9 столбиков без накида. И в итоге, после 9 прибавления, у вас будет 22 петелечки по кругу. То есть, когда довяжете до 22 петелечек, прибавите, мы с вами продолжим. Довязали до 22 петелечек, сделали по
9, в общем, рядов с прибавлениями. Теперь, что мы делаем? Мы этот ряд провяжем 22 петелечки, 22 столбика в каждую петелечку. То есть вот 3, 4 и так далее. 22 провяжете, продолжаем. Теперь снова делаем прибавление. Это у нас 13 ряд. И мы вяжем 10 уже столбиков без накида. И прибавление делаем. Итак, я провязала 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И делаю прибавление. И снова отсчитываете 10 петелек и делаете прибавление. Сделали нашу последнюю прибавочку. А теперь это у нас уже получается, начинается 14 ряд. Значит, 14, 15 и 16 просто провязываем столбики без накида. Если вы посчитаете, то у вас по кругу 24 столбика без накида. 3 ряда по 24 – это 72 столбика без накида. Можете отсчитывать, провязав 72 столбика без накида, мы продолжаем. Вот мы провязали без изменения наши 3 ряда. И теперь я вам предлагаю нашу голову наполнить. Наполнитель придерживаем и вяжем следующим образом. 3 столбика без накида провязываем и затем убавочку делаем. 1, 2, 3, убавка. Снова 1, 2, 3, убавка. Снова 1, 2, 3, убавка. В общем, таким образом нам нужно убавить 4 раза. Провязав ряд до конца, следующий ряд провязываем точно так же. Это у нас по счету получается 18 ряд. Снова вяжем 1, 2, 3, убавка, 1, 2, 3, убавка. Я вам сразу предлагаю провязать этот и следующий ряд таким образом. После последней убавки у вас останется 13 петелек. И только теперь мы провязываем 2 столбика без накида, убавочка. То есть у вас сейчас 13 петелек. Когда вы сделаете 2 столбика и по убавочке, у вас должно остаться 10 столбиков без накида. Поэтому считайте 1, 2, убавочка, считается третья петелечка. 1, 2, убавка третья. Вот у нас осталось 10 петелечек по кругу. Я вам предлагаю донаполнять нашу голову. Донаполняйте ее, как вам понравится. Если больше положите наполнителя, будет плотнее, меньше, более будет такая расхлобыстенная. Но я вам посоветую, наверное, больше положить для того, чтобы она была все-таки плотной. Чтобы у нас не проваливались в ней детальки пришитые, в общем, глазки, ушки, чтобы не проваливались. Поэтому более такой плотненько ее сделайте. Донаполняли голову, придали ей форму. И теперь закрываем наши петельки. Вяжем теперь через петельку. То есть столбик без накида, пропускаем петельку. Следующую петлю вяжем столбик без накида. Опять же пропускаем через, вяжем столбик без накида. Пропускаем петельку, столбик без накида. Снова пропустили, столбик без накида. И так у нас постепенно, как вы видите, уменьшается наша дырочка. И вот последний я провязываю столбик. Предлагаю вам сделать воздушную петлю, вытянуть ниточку и сделать, как мы делали туловище. То есть вдеть ниточку в иголочку. И здесь вот это окончание наше. Довшивать, чтобы оно было у нас такое же аккуратное,
как и в туловище. То есть вдеваете ниточку в иголочку и вот здесь вот такими стежочками туда вовнутрь загоняете. Вот у меня получилось такое окончание головы. И мы приступаем к хвостику. Делаем кольцо амигуруми, закрепляем его и в него набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Стягиваем наше колечко плотненько. И следующий ряд мы вяжем в каждую петелечку столбик без накида. То есть 6 столбиков без накида у нас во втором ряду. Как и в третьем, четвертом, пятом. В общем, вяжем в каждый столбик. В общем, над столбиком столбик в каждом ряду. Так 10 рядочков. Такой вот легенький у нас получился хвостик. Поэтому провязываем 10 рядочков. Записывать я это не буду. Я думаю, в этом вы разберетесь. Когда у вас выгнется вот так вот, вы просто либо ножничками, либо чем-то на лицевую вот так вот сторону выгинаете и продолжаете вязать. Довязав 10 рядочков, я сделала соединительный столбик и вытянула ниточку. Наш хвостик готов. Для лапок делаем кольцо амигуруми, закрепляем и в него набираем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Стягиваем колечко и каждую петелечку теперь делаем прибавочку, то есть по 2 столбика без накида. Я буду сразу считать, и в конце ряда будет у меня 14, как и у вас. Итак, в первую петелечку первый столбик, второй столбик. Далее в следующую петелечку третий, четвертый. В следующую пятый, шестой. В следующую седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый и последняя, тринадцатый и четырнадцатый. Я затягиваю плотнее наше колечко и обрежу вот эту ниточку, чтобы она мне не мешала. Далее мы провяжем ряд из 14 столбиков в каждую петелечку по столбику. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Провязали мы, получается, уже третий ряд, 14 столбиков без накида. А теперь делаем 3 убавки подряд. За передние стеночки 1 убавочка. Далее за передние стеночки 2 убавочка. И за передние стеночки 3 убавочка. Далее провязываем 7 столбиков без накида. Просто в каждый столбик еще один столбик. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Теперь делаем 2 убавочки подряд. 1, 2. И здесь точно так же. 1,
захватываем за переднюю стеночку и второй столбик. Теперь провязываем 6 столбиков без накида подряд. 1, 2, 3, 4, поворачиваем, 5 и 6. Провязали 6 столбиков без накида и снова делаем 2 убавочки подряд. Благодаря этим убавочкам у нас такая вот образовывается как бы загнутая часть, где лапка. Итак, вот вторая убавочка. И теперь снова вяжем 7 столбиков без накида. В каждую петлю по столбику. 1, 2, 3, далее 4, 5, старайтесь за обе стеночки протягивать, потому что если за одну будете провязывать, будет тоньше та часть. Итак, вот 7 провязали. А теперь у нас получается, благодаря последней убавочке, осталось 7 петелечек по кругу. Теперь эти 7 петелечек нам нужно провязать 3 ряда, то есть 7, 8 и 9. Если мы провяжем 3 ряда по 7 столбиков, это получается, нам нужно провязать 21 столбик без накида. То есть просто по кругу провязываете 21 столбик, и мы продолжаем. Довязали 21 столбик, вытяните немножечко петелечку, чтобы она у вас не распускалась, и наполнителем немножечко так вот набейте лапку, чтобы она у вас была такая с формой, как бы не бесформенная такая приплюснутая, а как бы формочкой такой, загнутой трубочкой. Так вот наполняете наполнителем, и мы с вами продолжаем. После того, как мы наполнили наполнителем, теперь провязываем столбики без накида, но через петелечку. То есть пропускаете одну, вяжете во вторую, пропускаете одну, вяжете во вторую, и третий раз пропускаете одну, вяжете во вторую. Таким образом мы убавили. Следующую петелечку делаете соединительный столбик, соединительную петелечку, и вот так вот немножечко приспустив, обрезаете ниточку, а эту петелечку вытягиваете. Вот таким легким способом делаются лапки. Вам их нужно сделать 4 штучки. Я связала 4 лапки и приступаю к вывязыванию ушек. Итак, делаем 3 воздушные петелечки, затем во вторую от крючка делаем столбик без накида и в третью от крючка делаем также столбик без накида. Теперь делаем петлю подъема, разворачиваем по столбику, каждую петлю делаем, то есть 2 петли, 2 столбика без накида. За обе стеночки обязательно вяжем. Теперь снова делаем петлю подъема и разворачиваем наше вязание. Первую петелечку делаем прибавку, то есть 2 столбика без накида. 1, 2. И в следующую просто 1 столбик без накида. У нас в конце ряда 3 петелечки. Снова петлю подъема, разворачиваем, делаем первую петлю прибавочку. 2 столбика без накида и довязываем 2 столбика в каждую петлю дальше по ряду. Петлю подъема разворачиваем, делаем снова в первую петлю прибавочку 1, 2, далее в каждую петлю 3, 4 и 5. У нас уже 5 петелечек в ряду. Петлю подъема разворачиваем, первую делаем прибавочку 1, 2, далее в каждую петелечку по столбику. Это 3, 4, 5 и 6. Уже в ряду у нас 6 столбиков. Петлю подъема разворачиваем. Первую делаем прибавочку. 1,
2. И далее в каждую петелечку по столбику. И довязываем до конца ряда. 3, 4, 5, 6 и 7. Как вы заметили, мы в ряду добавляем в начале всего лишь по одной петелечке. Далее провязываем просто наши петелечки. Петлю подъема разворачиваем. И в каждую петелечку делаем по столбику без прибавления. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Теперь делаем петлю подъема, разворачиваем. Пропускаем первую петлю, во вторую вяжем столбик без накида, в третью вяжем столбик без накида. Таким образом, в этом ряду мы сократили одну петелечку. 3, 4, 5, 6. В этом ряду 6 столбиков без накида у нас осталось. Снова делаем петлю подъема, разворачиваем, пропускаем первую петелечку и вяжем в каждую по столбику без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Петлю подъема разворачиваем. Снова пропускаем одну петлю, в следующую вяжем по столбику без накида. В следующие 2, 3 и 4. Как вы заметили, таким образом мы снова убавляем по одной петелечке в каждом ряду, как и прибавляли. Петлю подъема пропускаем первую, далее 1, 2 и 3. У нас в ряду 3 петелечки. Петлю подъема, последнее убавление через петелечку вяжем 1 и 2. Таким образом у нас осталось в конце последнего ряда 2 петелечки. Теперь что мы делаем? Смотрите, мы обвязываем по всему периметру, то есть как бы этот ромбик обвязываем столбиками без накида. Как мы это делаем? Вводим в стеночку, вот здесь вот, где можете сделать столбик, то есть вот между рядами, там и обвязываете. То есть таким образом мы как бы краешки подравниваем красивенько. У вас такой вот ромбик, как вы видите, получился. Мы по краешку вот так вот и возвращаемся в это место, там, где начали обвязывать. Я думаю, вы обвяжете самостоятельно, здесь ничего сложного нету. Вот я закончила ушко. Как вы видите, здесь вот я и закончила, сделала соединительный столбик и вытянула ниточку, обрезала. Оставляете ниточку для пришивания, обязательно не забываете. Второе ушко делаете точно такое же, точно так же. Вот два одинаковых ушка. И я приступаю к вывязыванию шеи. Шею делаем следующим образом. Делаем 10 воздушных петелек. Вот так вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Замыкаем в круг. И по кругу вяжем 10 столбиков без накида. 1, 2, 10. Итак, вяжите по кругу 10 столбиков без накида, такую трубочку, 4 ряда. Провязали 10 рядочков, делаем соединительную петлю, соединительный столбик и вытягиваем. Оставляем небольшой кусочек ниточки для пришивания. Вот, затягиваем. Шейка наша, трубочка, готова. И, наконец, мы подошли к завершающей части вязания нашего. Это ошейник. Для ошейника вам понадобится два любых цвета, выбранных из гаммы туловища, из гаммы, так сказать, радуги нашей. И также понадобится бусинка, которая у нас будет на ошейничке. Берем любой цвет и набираем 20 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19 и 20. Замыкаем круг соединительным столбиком, первую петелечку. И в каждую петелечку нам нужно провязать по столбику без накида. То есть в каждую петелечку делаем столбик. 1, 2, 3. Провязав 20 столбик, первый столбик делаем соединительную петелечку и вытягиваем. Обрезаем наш краешек ниточки. Обрезаем так, чтобы можно было его заправить. То есть вам пришивать ничего здесь не нужно будет. Затягиваем и берем с другой стороны нашего, вот так вот, нашего, получается, наших воздушных петелек. И присоединяем другой цвет ниточки, то есть второй, который вы брали. Присоединяем его. И также с другой стороны уже, получается, воздушных петелек провязываем столбики. То есть в каждый столбик, в каждую петелечку провязываем столбик. Вот так. Итак, вот присоединили оранжевый или какой там вы хотите. И в каждый столбик делаем столбик. 20 столбиков провязываете. И будем заканчивать. Итак, довязали 20 наших столбиков. Делаем соединительную петелечку и вот так вот вытягиваем ниточку, обрезаем ее. Обрезайте не слишком длинную, не слишком короткую, в общем, сантиметров 10 я где-то обрезаю. Теперь смотрите, что мы делаем. Мы эту же ниточку вытаскиваем между вот этими цветами. В общем, как-то ее можно красивенько здесь с внутренней стороны спрятать, чтобы она не просто у нас переходила к цвету, а красивенько, плавненько, в общем, сюда, так сказать, перешла. Вот с внутренней стороны, чтобы вы понимали, что я делаю, с внутренней стороны, вот так вот между петелечками протягиваем наш цвет. И теперь вытягиваем эту ниточку с лицевой стороны. Вот так вот. Теперь, что мы дальше делаем? Мы берем нашу бусинку. Вот, как вы видите, у нас вот так вот немножечко тут кружочек просто идет. А здесь как вот типа выдвинутая вот такая часть. В эту выдвинутую часть мы должны присоединить нашу бусинку. Вот так вот продеваете бусинку. Хотите, можете сначала в иголочку, а затем в бусинку. В общем, как хотите. Я все-таки решила вдеть ниточку в иголочку и продела сквозь бусинку. Вот как вы видите, бусинка у меня уже одета, я надеюсь, что у вас тоже. И теперь эту ниточку просто закрепляем. То есть хотите, еще раз проденьте сквозь бусинку, чтобы наверняка держалась. Наверное, так будет даже практичнее. Вот еще раз проденем, наверное, ее сквозь бусинку. И теперь просто закрепляем нашу ниточку с внутренней стороны. Как вы видите, все детальки у нас готовы, осталось только их пришить. Сборочку делаем следующим образом. Где у вас было начало, то есть кольцо, амигуруми к туловищу, пришиваете хвостик и сюда же, на этом же фоне, две лапки с двух сторон. Обязательно обратите внимание, чтобы вот эта часть, где вы меняли ниточку, была у вас внизу, то есть к пузика как бы. Теперь, после того, как пришьете задние лапки и хвостик, пришиваете передние лапки. И отдельно к голове тоже обратите внимание, чтобы вот этот стык, где меняли ниточку, был у вас снизу. Пришиваете ушки вот так к голове. И также пришиваете к голове шею. Желательно шею не забудьте набить немножечко наполнителем. Перед тем, как пришивать ее, также оденьте вот этот вот наш ошейничек. Вот так вот. А затем уже пришивать к туловищу. В общем, вот таким образом у нас должна производиться сборка.
Итак, вот, я сделала частичную сборку, пришила передние лапки, задние, хвостик. И пришила, вот, как вы видите, ушки и шею. Шею я вам предлагаю наполнить немножечко наполнителя, для того, чтобы она держалась, как бы, когда вы пришьете, чтобы она не падала в разные стороны, а держалась. То есть вот, вот таким образом ее нужно будет пришить. Вот. Теперь получится вот так вот. Но перед тем, как пришить голову, нам нужно одеть вот это наш ошейник, так скажем, колье на шею. Лишь только после этого наполнить и пришить. То есть вот так вот. Когда вы пришьете, немножечко наш ошейник ниже оденется. То есть вот так будет замечательно выглядеть. После этого опустите ушки. И вот такая замечательная собачка у вас получится. И вам после пришивания шеи останется только пришить бусинки глазки. Ваша собачка готова. Я надеюсь, что вам мой видеоурок понравился. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ровных петелек вам. Пока-пока.